Дорогие одесситы, передаем вам привет и самые горячие поздравления с Днем города Одессы от жителей Северо-Одесской области, города Балты и всей нашей Балтской громады. Безусловно, день рождения Одессы – это особенный праздник, и не только для самих горожан, но и для всех жителей Одесской области. Мы все одесситы. Мы с молоком матери впитали в себя несгибаемый одесский характер, ее колоритный смачный язык, юмор и гибкость. В Одессе хочется мечтать и любить, хочется учиться и трудиться, и уж точно Одессе всегда хочется гордиться. Люди, которые впервые приезжают в Одессу, влюбляются в ее шарм, в эту улыбку Бога и непременно возвращаются сюда вновь и вновь, потому что Одесса еще никогда и никого не оставляла равнодушным. День рождения города, балтяне от всей души желают Одессе маме процветания, оставаться такой же уникальной жемчужиной, красивой, молодой, капризной и неповторимой. Мы любим Одессу и мы гордимся все, что мы, жители Одесской области, одесситы. Как когда-то сказали одесские джентльмены, весь мир очень маленький, а Одесса большая. Я вам скажу больше, Одесса даже немножко есть территория Балты, потому что в порту на Приколе стоит наш тезка, корабль специального назначения Балта. Так что с Одессой мы не только на одной волне, но и под одним парусом. Я хочу пожелать всем попутного ветра, удачи, счастья, здоровья и мира нашей земле.